Ку-ку. Чё, погнали вопросики. Вопросики. Всем салют. Чё, альбом послушали? Как чё, пишите. Альбом писал, ну, в течение года записал. Где-то так, наверное. Даже меньше, наверное. С Гуфом будет фит. У Гуфа на альбоме мы записали трек и решили, короче, что, ну, ему на альбом он пойдет. Так что ждите, там должно быть. А я решил, что, ну, типа, максимально, минимальное количество вообще фитов хотелось там видеть. Йоу! Здорово! Отлично. Нормально. Ну, чё как Америка? Америка. Да, блин. Потихоньку держимся. Держитесь? Ну да, что остается? Тебе попроще стало в плане коронавируса и всей этой херни? Да, стало проще, и сейчас опять начали говорить, что будут все закрывать. Калифорнию и Лос-Анджелес уже полностью закрыли. У них было outside dining, они могли кушать на улице, и все это, короче, прекратилось. И то же самое говорят у нас здесь. Будет, по идее. Ну, да, сейчас пока не закрыты клубы, это все. Пока нет. У нас все. Но у нас как? У нас надо просто знать, куда ходить. Это же Россия. Ну, то же самое. Так типа закрыто все. То же самое у нас. Ну, да. У нас, по идее, все бани закрыты, но вот я недельку только назад парился. С веничками. С веничками, да. По кайфу. Альбом, братуха, бомба. Послушал, да, что тебе зашел? Да. Ну, в тазике играю. Не продолжаешь удивлять. Точнее, продолжаешь удивлять. Ну, кайф, что. Игорь, это... Черные будут это, слышать русский рэп, короче. Из той тачки. Постоянно включаю черным, прикалываю русский рэп. В основном все кайфуют, я там заобщаюсь, они там свой раста щит. Я им говорю, вот русский рэп, приколите. Ага. Они кайфуют от новой школы больше. Но новая школа от них кайфует, а они у них это взаимно. Новая школа так от них кайфует, что пытаются быть черными совсем. Ты седать новый взял? Да. Че за таз? X6 BMW. Какого года? Я теперь тоже на BMW. 16. Я заказал, 16. Жду. Ждешь? А че ты, трешку эту свою поменять, скинуть решил? Ну, у меня пятерка. Я... А, или тебе пятерка? Даже трешка же у тебя была вроде. Пятерка. Последний раз, когда мы виделись, это пятерка была? Да, да. А, я что-то перепутал. И что ты заказал? X6 21 года, 50 м. Хотел М взять, но они, блядь, зарубили, блядь, 1600. Ну ты хоть за пределы района будешь выезжать, или ты тоже не будешь, чтобы не накрутить километраж, чтобы тебе лизинг потом больше не платить? Я взял сразу...
Не, я сразу взял 15 тысяч миль в год. 45 тысяч на 3 года. 15 тысяч миль в год. Ну да. Добро, можно покататься там год-полтора, хоть вы, можешь за год выкатать там, я не знаю, 30 тысяч, а потом кому-то ее отдать, какому-нибудь малышу там, двушку дать ему сверху, сказать, на, братуха, катайся. И он перепишет на себя лист и будет на нем кататься. Ну да, поэтому да, да. В милях здесь не напряг. Если правильная козырная тачка и на правильную цену ты ее взял, чтобы было выгодно потом человеку после тебя ее забрать, ты ее всегда пристроишь. Также потом перепрыгнешь на эску. Ну, как все русские, я понял. Ну, не, ну, нормально, чё. X6M, да? X6 M50. M полностью не взял. Потому тот же самый двигатель. 4.4 Twin Turbo, 530 лошадей. В M-ке 600 лошадей. То есть, там... 530 лошадей? Да, 530 лошадей. Бля, вот в Москве даже эти 530 лошадей непонятно куда применять совершенно, потому что как бы... Здесь ну, тоже. Типа, но здесь, ну там попроще все-таки в Америке. Ты на хайвей выскочил как бы и топишь, а то у нас, ну типа, блядь, тебе просто на приходит такое количество штрафов, что ты охуеешь просто. А, ну это типа как? Там... Не, ну там что-то изъебываются или клеят на номера какую-то пленку, блядь. Ну это такой, такой бред, блядь. Ну короче, там потом эту пленку палят. Потом ты платишь в итоге вообще нормально денег. Ну короче. У меня здесь у кента есть М3, М-ка. И, ну, я взял у него покататься, а он, блядь, видимо, со всеми мусорами здесь переругался. Я еду с женой беременной, мы ездили на Ferragamo Sample Trail, набрались. Она, знаешь, ну, с пузиком сидит. Подъезжаем под дом уже, блядь, ну вот 3 блока от дома мусора тормозят. Видимо, думали, что как бы, ну, это моя машина. Нам такое устроили. Я думаю, ну за что меня брать? Спокойно еду, 20 миль в час, никого не трогаю. Жена беременная рядом сидит. Пидорасы дали тикет в Criminal Court из-за того, что слишком громкий глушитель. А, нихера. Не, не просто громкий. Тикет, чтобы заплатить, а именно в Criminal Court. Он, наверное, залез, там посмотрел мой рекорд и такой, на, подарок тебе на Новый год. 30-го что же Criminal Court? Это что такое? Criminal Court, ну, это что? Ну, именно криминальные дела. А, типа это не административка? Нет. За громкий глушитель? За громкий глушитель. Ну, пиздец. Я дал адвокату $1000. Я говорю, на, я туда не пойду, иди разбирайся. Дал ему тикет. Сказал, закрою. Gangsta shit. Ну, видишь, вот что, у всех свое. Лен, нормально все. Как малыш? Нормально, что учится. Новая звезда. Сегодня на сноуборде первый раз стоял. Круто, круто, я видел, видел. Да. Правильно. Вот надо в них вкладывать. Ну да. Наше в нас-то не вкладывали. Но в меня и особо не это. Ну, мы с тобой сильно не отличаемся, братан. Ну да. Поэтому надо как-то наверстать момент на детях. Ладно, что, пошел я еще с кем-то. Давай, братух, будь здоров. Да, связь. Давай, рад, малага, пока. Так. Альбом. Альбом «Новичок». Почему опять в треке это ужасное имя Лена? Ну, жена, почему ужасное? Нормальное имя, кстати. Ну, жену Лену зовут. Елена. Елена Троянская. В прямом эфире, но пока в прямом эфире. Я не часто вообще типа в прямом эфире, так что. Пока эфир в норме. Гуф эфир был. Я что-то не знаю вообще, как это все делается на самом деле. Вот реквесты, идут запросы. Типа,
С весом, ну да, наверное, будут еще. С концертами такая ситуация, что мы, ну, короче, сейчас как-то сложно это делать, ну, страшновато, потому что можно заявить концерт, потратиться на аренду клуба, рекламу, ну, я имею в виду там презентация в Москве, там, да, или где-то. И просто может быть отмена, как у нас там с Питером, два переноса было, естественно, это все не очень хорошо, это все отражается на, короче, на всем вообще. И не хочется просто так влипнуть, поэтому пока что-то с этими эпидемиями, с этим коронавирусом что-то не будет понятно. Ну, как вообще, что вообще, как дальше. Поэтому пока не будет никаких концертов. Ну, может, будут какие-то там мелкие где-то выступления, но я имею в виду каких-то больших там презентаций, типа в Москве еще что-то. Многие спрашивают, когда концерт в Москве, типа, был концерт, когда последний раз. Тяжелый люкс, презентация была в 2019 году, в сентябре, что ли. Кстати, был классный концерт вообще. Все спрашивают, когда, ну, когда что-то понятно будет. Пока ничего не понятно вообще, что за ситуация, когда все откроют, закроют, раскроют, я не знаю, там, что еще придумают. Поэтому ждем. Но я надеюсь, что в 2000, ну, в следующем году, короче, в 2021 уже что-то получится сделать, я не знаю. Очень на это надеюсь. Вот. Ну, как бы можно и без концертов, да, сейчас. Согласен. Но с концертами еще лучше. С концертами еще лучше. Почему новичок? Потому что новый альбом, новый материал. Но он же новый новичок. Ну и там, в общем-то, в написании новичок в этих буквах. Там все нарисовано. Нет, Таху давно, честно говоря, не видел. Не видел, не слышал. Салам с Казахстана. Казахстану тоже салам. С Нагана фит, не знаю, нет, я думаю, что, ну, типа, ну, может, когда-нибудь, может, если так сложится. Пока не планируется. И вообще как-то фиты, на самом деле, не особо что-то на фиты меня тянет. Ну, так можно сделать, но на самом деле больше интересно что-то самому делать сольно. Ну, будут еще какие-то, да, фиты, я думаю. Но немного. Вот. Так, что там за опросы? Кто у нас тут есть в запросах? Непонятно. Кто есть в запросах? О, чувак, у которого Лукашенко на аватарке, интересно. Называется он Твокей Роликс. Ну не. Это Роман Меломан. Это Никита. Окей, пусть будет вот этот. О, чувак отказал, короче. С бразильцем, ну да, я думаю, увидимся. Че нет-то? Конечно. Бля, что-то подвисает эта история вся. Почему-то. Ну-ка. О! Здорово. Привет. Привет. Ты что, в бане, что ли? Нет, у меня камера так. Новое стекло наконец. Новый iPhone взял?
Да, да, да. И стекло наклеило, но... Оно... А альбом твой слушал, понравился очень вообще, респект. Да, ну кайф. Ну ты кайф. Да, и вопросик еще, можно? Да, давай. Да. С Гуфом альбом еще будет? Ну, альбом не знаю, но вот тречок есть. Альбом, прям альбом, сложно сказать, ну типа, не знаю, правда не знаю. Если так все сложится, может быть, ну, короче. Но он там сольник делает, я вот сольник сделал, у меня сейчас еще там какие-то свои тоже, свои темы. Вот. Посмотрим. Но такого прям в ближайших планах. Не знаю, с ним там уже, по-моему, что-то там кто-то с Моки Мо писать хотел альбом, еще кто-то с кем-то они там пишут альбом. Не знаю, столько людей пишут Гуфом альбом, что... Не знаю, надо сначала звонить, наверное, записались. Очень много людей пишет с Гуфом альбом. Мне кажется, Гуф уже сам не знает даже. Ну, типа, всех этих людей, кто с ним пишет альбом. Понятно. А так, а у самого какие-нибудь новые треки? Ну, так, ну, нет, ну, только вышел альбом, я что-нибудь запишу, не знаю, надо отдохнуть вообще чуть-чуть. Это все забирает много, много энергии. Ну, время. Такие, самые такие вопросы, часто задаваемые, вот пишут, я такие задаю. А, ну да, ну да, 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 да. А ты что, из какого города? Я с Москвы. А, ты из Москвы? Да. Наверное, ты родился не в Москве. Нет. Ну да, потому что мы, я с Москвы, как-то не говорят, говорят, я из Москвы. Да. А сам откуда? Вообще родом с Бурятии. А, ну вот. Ну вот, видишь. Из Улан-Удэ? Да, Улан-Удэ. Я был в Улан-Удэ. Да, я помню, был на твоем концерте. А, серьезно? Ты же на концерте был? Да. Я помню, там плохие дороги в Улан-Удэ. Да, да, да. Я не знаю, может быть, их сейчас сделали, конечно. Не, ничего не изменилось. Ну, я тебя понял. Ну, и я там давно как-то не был. Видимо, не скоро буду. Ладно, что, короче, это... Давай. Ага, все. Так, далее. And now... Бля, странно, вот, короче, когда с человеком общаешься в этой штуке, в прямом эфире, потом что-то как-то завершать непонятно как, надо либо ждать, то ли что ли он, чтобы отключился. Я просто что-то, ну, не шарю в этой истории вообще. То ли он сам должен отключиться, то ли ты его должен отключить, я что-то не понял. Я сейчас его отключил, и меня почему-то самого выкинуло, какая-то хрень. Туле концерт, я не знаю, там его перенесли и на какой-то, на февраль, что ли, что-то такое. Его уже переносили что-то дважды, эту Тулу, бедная Тула, как Питер, блин, так же. И, короче, я не знаю, ну, типа, в феврале, наверное, будет, я надеюсь. Нет, был бы альбом, я не слушал. Убиваю уж бошку. Красавчик. Красноярск скучает. Я вот что-то не особо. Как тебе Васин альбом? Я Васин альбом еще ну, целиком не послушал. Там что-то 24 трека. Я, короче, половину, наверное, только послушал. Но звучит качественно. Вот, а так в сумме. Но мне какие-то, на самом деле, всегда нравились его какие-то другие проекты, нежели именно вот Баста его проект, поэтому как-то так, не знаю. Мне лично интереснее то, что он за рамками проекта Баста делает. Но вообще, сделано качественно, звук мне нравится, и, ну, как бы, нормально все. Спето там все отлично, нормально.
В Ялте выступление, не знаю, честно. Пока нет. Много спрашивают про, типа, в Ялте выступление. Не знаю, в Ялте было в 15-м году выступление. Ростову-на-Дону тоже привет. У Баста, кстати, на альбоме интро мне очень понравилось. Вот это реально. Мне, ну, круто. Мне понравилось. В Ялте с инфраструктурой, но явно лучше, чем было до этого. Это факт. Но, честно говоря, хотелось бы, конечно, там как-то все это быстрее происходило. А, там что-то они площадь эту, как она называется, Советская, площадь Советская, что-то собирались ремонт начать, ну, реконструкцию до сих пор не начали. Ялте, привет. Биты научиться писать, конечно, можно научиться. Но просто если у тебя, ну, должен быть какой-то вкус, не знаю, ну, какая-то чуйка, ну, талант какой-то минимальный, наверное, должен быть. О политике, треки, ну, прямо о политике, не знаю. Ну, наверное, что-то будет там как-то, ну, не прямо о политике. Мне треков прям, я пою, пишу о политике. Я такой политический рэпер. Возьму транспаранты и пойду на Красную площадь. А, биты на альбом, да, я писал в основном. Там в треке, как называется-то, Нити, это OG Kill, битмейкера. И в треке, как же называется-то, Не конец, это Solo Beats, есть такой человек. Это его бит. А вот остальные, ну, там в соавторстве у меня есть, там, с Чесноком этот... Beautiful Life. Вот. И Спасай себя сам. Это Адильхан. Остальные все биты мои полностью, короче, сделаны мной. В Саранске. Не знаю. С Бьянкой зашквар. Не знаю, я не считаю, что с Бьянкой зашквар. Бьянка классно поет. Мне нравится, как она поет. Ну, она действительно хорошо поет. Поэтому, не знаю, я не считаю так. Ты захочешь вернуться, это мой добит. Текст Бьянки слабый в этом треке. Но у Бьянки там, что, припев, по сути, столько. И она проговаривает там несколько строчек, как бридж, типа. Это, ну, не знаю, это нельзя расценивать прям такой, как какой-то рэп там, типа, не знаю. Ценители рэпа там что-то оценивают. Ну, это, то есть, вообще, как там Бьянка зачитал, там пол поет, пол что-то проговорил. Ну, то есть, как бы это не о рэпе, это, ну, просто так вот сделано, ну, не знаю. Это нельзя рассматривать, типа, в разрезе рэпа. Бьянка, кстати, написала припев сама. Молодец. Я имею в виду слова. Новый альбом, не знаю, ну, не скоро точно. А клипы, да, будут, вот на Beautiful Life мы хотим снять клип. И еще хотим снять, что-то мы еще хотим снять. Ну, может, с Бьянкой будет, не знаю, посмотрим, короче. Как попасть в Азимут звук? В Азимут звук, как попасть?
это сложно. Так, ладно, что тут, кто тут у нас есть? Так. Это Романи Итальяна, да-да-да. Ну пусть вот этот чувак будет. Окей. Погнали. Один интересный вопрос я пропускаю. Я на них отвечаю, просто потом одни и те же приходят вопросы. На некоторые я не успеваю отвечать просто. Это воссоединение каспийского груза. Туру, но они же, типа, вот это сразу сказали, что они там выступают, не прекращают, типа, они больше ничего не записывают вместе, а концерты они дают. Ну, понятно, как бабки нужны всем, ну, как бы ничего такого я вот не вижу. Так, чувак, что-то, короче, не это, cancel. Коллаб по одежде Азимут и трафик, ну не знаю, что я не думал об этом. Кстати, завтра выходит мерч, будет мерч, дроп мерча, новичок, ну там футболки эти, кофты, кружки, всякая дребедень, стикер-паки, или не завтра, не, я гоню, ну короче, не завтра, я что-то перепутал. Не завтра, но типа, ну, ближайшие дни, там, ближайшие 2-3 дня. Но про фиты, которые меня спрашивают, вот будет ли фит с тем-то, ну, короче, ни с кем не планируется у меня фит вообще. Ну, то есть, как бы так вот, что планируется. Ну, вот особо записал, типа, этот куплет на альбом, там, может, еще там с кем-то, ну, вот, так вообще... Типа с тем, ни с кем таких особых фитов не планируется. Вот. Валей, привет, Макс. Феррари тоже привет. Когда снова лютый андер? Когда снова лютый андер, бля, лютый андер. Ну, такого, это что значит лютый андер? Андер, это типа лото 33, там, ну, такое меня особо сейчас как-то заходит. Ну, прям совсем вот такое, типа, то, что я делал там 6 лет назад, сейчас, ну, типа, сесть и записать то же самое, как-то, ну, что-то не хочется вообще. Хочется что-то другое делать. Ну, не совсем другое, но и не то, что ты делал 6 лет назад. Но тем более есть Лото 33, есть центра, поэтому, не знаю, есть отличие людей. Можете всегда их там включить, послушать, как бы, если очень хочется. Грустный рэпер — это собирательный образ. Да. Ну, не про конкретного человека, но основано на опыте общения там с каким-то количеством русских рэперов. С некоторыми русскими рэперами, скажем так. Труд еще не послушал. Так, что там? Посмотрим, кто там вопрос, кто у нас там есть, короче. Муранов Женя. Ну-ка. Значит, я никогда не догоняю, как это все работает, конечно, вообще. Ну, кто у нас тут?
ты... Ну, пусть будет, например. Ну, пусть будет, например. Вот это. Что-то. Блин, то ли глючит, то ли что, я не понимаю. Вот, Андрис, ну-ка. Что-то не это, не алло. Так, declined. Окей. Сейчас еще раз кого-нибудь найдем. Ну-ка. Коннектинг. Слышишь, бля, мне везет, прикинь, я, короче, полгода назад Гуфу залетел на это, на трансляцию. А, у него там... У него качки были с этим, понял? Как его зовут? Швед? Да, да. Я типа швед, понял, там быстренько аккаунт ебанул себе. Ему пишу, ну-ка набери меня. И он мне звонит, понял? Он думал, что ты швед этот? Да, да, да. Охуеть. Да, как дела? Нормально. Семья как? Да, вроде ничего. А ты что, откуда? Я, брат, сам Ростова, понял? А сейчас служу, вот третий год сейчас заканчивается. И буду возвращаться обратно. Служишь где? Блять, под Оренбургом. Не, ну ушел на срочку. В армии? Да, да. На срочку ушел. На срочно тебя отпустили? Ну, уходил на срочку, потом подписал контракт. Ну, там нужно было. Не просто так, понял, ушел. И нормально. Тут чуть-чуть осталось до июня, понял. Контракт заканчивается и обратно. Ну, ты, короче, дома, я так понял. Ну, судя по... Ну, а, точнее. Я контрактник, братан. Да, конечно, я там не находимся. А. Там график обычно. В принципе, понял, ну, если тебе делать нечего, там, ну, можно служить, ну, спокойно. Ну, так пока переждать, понял, что-то. А так в дальнейшем я вот тоже думаю какое-то в творчество, не знаю куда. Что-то свое надо, ну, думать в любом случае. В творчество? Не, у меня есть вроде слух есть, но я чувствую, понял, что у меня что-то есть где-то. Но возможностей таких еще не было. Не записать, там, не пробовал ничего. Ну, тебе сколько лет? У тебя еще есть 25, время. 25, брат, вот будет. А, не 25. А что-то поздно в армии-то, нет? Я тебе говорю, я не собирался вообще идти, это так, на всякий случай у меня. Давай сидел, на всякий случай пойду я в армию, блин. Че мне не пойти в армию? Куролесил, понял, раньше. Чё, я ну понял. Да, нормально, в себя пришел, вообще отлично все. Как бы все стало на свои места. Короче, армия приводит в чувство. Ну да, ну кому как. Я, кстати, вот не считаю, что в 20-ку, 18 лет приходят, ну, детки, дети прям. То есть я бы своего сына не отдал бы в армию никогда. Ну, так как бы сержанты там, вот, я сержант, понял? Угу. И... Ну, я бы ни такого сержанта даже не поставил. То есть я даже там... Ладно, не буду лишняя пока поиграть. Ты что, ты дедовщиной занимаешься? Не, братан, я просто... как тебе объяснить? Ну, наоборот, я то есть даю там проебаться пацанам, понял? Ну, такое приветствую. То есть. А, ну, то есть ты их там не это, не задрачиваешь, не издеваешься? Нет, я по-человечески, наоборот. Просто другие вообще, ну, конченые просто люди вообще. Хлам. А сейчас же год служит, да? Да, год. Ну, сейчас можно альтернативу, то есть заманивать тем, что ты на два идешь сразу на контракт. Два года служиваешь, но работаешь, тебе платят денежку. И уходишь вместо года срочки. А.
Да. А, типа ты за деньги, короче, я понял, идешь. Ну, два года, тогда тебе платят бабки. Да. А год ничего не платят. А если год, да, чисто срочка. Ну, на срочку вообще. Хотя есть, но если ты при бабле можно, понял? То есть вообще не проблема. Слушай, ну, слышал вот недавно твой альбом. Вообще хорош. Оно больше напоминает что-то такое старое, понял? У тебя писалось? Да? Ну, да, прям. Я пацанам включаю, они говорят, мощно прям. Говорят, что-то такое прикольное. Ну, всем заходит. А, не, ну, наоборот, есть это... как это, ну, я бы не сказал, что большой, но есть отзывы, что типа вот, типа, это не как там старое, не как Лото 33, это не, да это, не, типа, не слушай, андеграунд, блядь. Знаешь, как я удивлялся? Они вот чего они ждут? Все старое уже написано, время другое. О чем тут? Да вообще время, конечно. Они же не понимают, что ты, ну, не придумываешь же это. Это ты проживаешь, что да, ты об этом пишешь, тебе рассказывают друзья, обстановка в жизни. И то вы при нашей обстановке пытаетесь что-то уже даже придумать, как будто, знаешь, вытянуть из пальца, как бы там, и то. И это не ценят, не понимают. Ну, слушай, а вот ты альбом написал, да, один? Ну, у тебя же на период жизни какой-то прошел, ты ну, проанализировал, все, сел, такой, ну, написал свой альбомчик. Правильно? Ну, ты же не можешь сразу сесть, а мы что-то другое сразу там писать. Ну, не, ну могу, но это просто не хочется себя сильно напрягать. Я понял, то есть у тебя время проходит, ты перезагружаешься. И у тебя, опа, новые силы, новая информация. Ну, какие-то там, да, впечатления, что такое. Ну, да. Ну, желание вообще появляется что-то делать. Потому что сейчас да, у меня да. нет вообще никакого желания конечно, идти писать какой-то там трек или что-то придумывать, сидеть. Вообще да, нет. Да. Ну, типа, вышел, и ты, ну, типа, знаешь, как это? Камень. Ну, типа, с плеч гора. Ну, конечно, ты выплеснул в треке. Заебись. Так что, Как я, бы... да, пока вообще. Ну, у многих этот... Я что-то, мне кажется, у меня, ну, есть слух там, то есть я раньше там что-то писал, ну, стихи там какие-то у меня были. Мне бы хотелось, только у меня нет, ну, общества такого, понял? То есть, чтобы записать, надо снять студию, вот это все бабки, надо написать куплет. То есть я один же ничего не сделаю, там нужна поддержка в любом случае, чтобы объяснили, ввели в это все. То есть, у меня друг пытается заниматься, он говорит, ну, не тяну, там, хуйня, хуйня, типа, получается. Я говорю, слушай, найди круг такой, которым, ну, ты сможешь просто прийти тому другу знакомому и с ним записать, чтобы это не... Ну, в бабке, да, бабки, если будут большие, то и, как бы, тот же Моргенштейн его напишет. Как бы он стреляет из-за популярности. Да, но не обязательно большие. Там можно где-то купить какой-то бит, они там, не знаю, за 2000 рублей в лизинг или взять этот бит, и, ну, типа, для начала. И пойти записаться на студии, там студия дешевая, есть там по 500 рублей в час. Но на периферии они там вообще недорогие есть. И меня стрельнуть может, да, в это все? Ну, мало ли, если, да, если вдруг это что-то, ну, такое, да, талантливое. Ну, или просто попадет, знаешь, в нужное время, в нужном месте. Типа, окажется, может быть, так. Да. Ну, то есть для этого ты... не нужны сейчас большие деньги. Выложил в интернет и все, ну и типа, а дальше уже посмотришь. Ну да, может, да. Слушай, а ты вообще прям в Ростов ездишь, в такие города? В Ростов? Даешь? Ну, я давно не был в Ростов. Ну, в Ростове последний раз, по-моему, гусли были у нас. Год два, что ли, три назад. А так не, ну, вот с того времени не был. У тебя также организаторы, да, есть твои? Ну да, не, ну в Ростове я выступал сольно, не знаю, раза три или четыре, и с центром, и с гуслями, короче, как только. Ну, я много раз был в Ростове. Вот. Гуфы, да, слышишь, видел? Вообще красавчик. Че-че? Гуф набрал веса прям такой. Да, я тяжеловес. Аж приятно смотреть, понял, человек нормальный. Ну, да, да. Кстати, тут все этот, в этом году татуху хотел набить себе. Давно хотел, все не решался, не решался. Ну, хотел что-то объемное, я понял, сделать. И все, поехал и замутился сразу. Покажу тебе. Ну, даже. Это Аль Пачино, что ли? Лицо со да, шрамом? Да, да, да. Фейс. Да. Прикольно. А что там, типа, карты какие-то, да? Да, ну это без обозначения, просто, типа, азарта, понял? И Мэрилин. Ну, прикольно. Ну, хочу добивать. Просто рукав сделать полностью. Ну, тут у меня с Ростова картиночка, понял? Угу. Там
Так, хочу просто это делать. Я хотел сразу объемным большим в Ростове делать. Там есть, кстати, крутой татуировщик этот у вас. Олег Тату называется. Не слышал. Но он прямо такой топовый, считается. Угу. Ну, он, правда, наверное, не дешевый, но делает прям... Ну, типа и в Америке там долго работал. Вот. Но у него свой салон в Ростове. Я у него просто... не пил, но крутой, а? Не обязательно дорогого. Есть люди, если он умеет, видно работу, как бы. Ну, да, в целом. Ну, и как бы при... Ну, чем он бьет... Но есть раскрученные, есть не раскрученные, короче, да. Да. Ну, это да, есть. Я просто выбрал, посмотрел его работу, хорошо делает. Я что-то давно ничего не бил, надо что-то сходить уже. Это неохота. Бзз, вот это бзз. Да, слушай, она вроде не напрягает, а вроде я вот не могу. Ну, я не люблю это, сидишь долго, и она вот такая нудная, вот это бзз. Да. Оно и не больно, а такая неприятная. Ну, неприятно, да. Я что-то не могу себя заставить, ну, надо, что-то хочу сделать. Вот. Ладно, что, короче, пойду еще кого-нибудь. Еще с кем-то. Ну, давай, пока. О, я научился, короче, я научился, как это, выключить, отключить человека и, короче, вернуться обратно. Я сделал еще один шаг, чтобы стать блогером. Инстаграм. Так. Дальше, что у нас? Что у нас дальше? Пушка, альбом. Кстати, обложка это, ну, типа, с Ералаша переделка. Вот. Мне сейчас, значит, там пишут, типа, за, ну, сейчас уже я знаю, что там у чуваков из Казахстана, типа, такая же там переделка, ну, похожая. Ну, конечно, не такая же, не похожая, но, ну, типа, тоже переделка на тему Ералаша. То есть, как, вариации на тему Ералаша. Ну, окей. Ну, как бы, не с них взято совершенно. Вот. И вообще сделано по-другому абсолютно. Ну, типа, вообще стиль другой и так далее. Киловский, кстати, есть такой дизайнер. Классный художник. Вот он рисовал. Илья Иловский. Респект. Легко слушается. Ну да, альбом вообще, этот альбом реально легко слушается. Мне вот это нравится, что он слушается легко. И это и хотел сделать. Мурманск перенесли 2 раза уже. И последний раз, типа, собирались лететь в этот Мурманск, и у них ввели опять эти ограничения из-за коронавируса, и опять завис этот Мурманск. Я не знаю, когда я полечу в Мурманск, теперь вообще непонятно. Именно по этой причине не будет в ближайшее время никаких концертов, потому что, ну, это Попадалово, на самом деле, это Попадалово для организаторов, прежде всего, ну, и как бы и мне неприкольно, и людям неприкольно, что они там спланировали, купили билеты, потом их как-то планируют, типа, они сдавать начинают. Ну, это, короче, вообще не дело. Заебал коронавирус, конечно. Митя Северный, долговым исполнением. Серьезное заявление. Не знаю, на чем основано. Вадик, первочка не хочешь. Альбом Центропе хороший. Творчество Хаски. Да, в целом нормально отношусь к нему. Есть строчки. Прикольные. Ну, как стихи у него. Ну, в общем, текста интересные. Это, к сожалению, сейчас очень мало кого, про кого можно сказать, что у человека интересные тексты. Аркаша.
Аркаша. Аркаша это... Ну да, в общем, придуманная история, но которая происходит в нашей жизни. Там параллель проведена с обнулением и так далее. А, ну не просто история там про чувака, который типа грабанул ювелирный магазин и типа уехал по бизнес-визе и поставил плантацию в Калифорнии, удобряет корни, и она Аркашу кормит. Ну, это тоже, конечно. Новый альбом Хаски. Да, я слушал новый альбом Хаски. Мне что-то вот перформанс вообще, конечно, заходит. Какие-то, ну, не знаю, это все очень в лоб. Все что-то это лежание в гробу и так далее. Мне кажется, самое простое, что можно придумать, чтобы привлечь себе внимание. А альбом, да, послушал. И... Ну, есть там интересные моменты. Про Путина трек, конечно, я услышал, это ни хера себе. Сильно. На пятый сольный в уху, да, залечу. Незу не слышал, Касты новый клип. Крутой новый клип у Касты. Круто то, что Каста придумала, типа, снять вот именно эту идею, снять на трек, который, на самом деле, был записан долго до этого, уже больше года или год этому треку. Он писался совершенно, я так понимаю, не под этот клип, и круто было придумать именно то, что они сняли, именно вот на такую песню. Вот. Ну и клип, как бы, клип классный. Так, ладно, что там? Надо кого-нибудь это затянуть на разговор. Принципа не поздравил с днюхой. С днюхой тебя, Колян. Всего тебе хорошего. Так, кто у нас тут есть, короче? Давай вот так. Бля, ты тоже где-то находишься, не ты тоже в бане, блядь. Дядька, я дома, здорово. Здорово. Туалет, Вадик, как дела? Нормально. Нормально. Ну, вроде ничего. Ну, у ты тебя красавчик. Как? Да тоже потихоньку. Так немножко локдаун этот выбивает из себя. Чего выбивает? Ну, локдаун. Границы, а, локдаун. Никуда не поедешь. Ну, это да. Меня тоже. Понимаю, да. Не прикольно сидеть на одном месте. Согласен. Ну, ты красавчик. Да, спасибо. Я послушал. Тебе хотел сказать, что тебе надо, наверное, какой-то продюсерский центр свой прям серьезно делать. Ты столько лет на волне уже в этом движении во всем. И до сих пор у тебя есть вот это понимание, как оставаться на этой волне. Ну, спустя столько лет, что редкость. Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну, продюсерский центр, не продюсерский центр, не знаю, а так. Ну, да, ну, бля, ну, просто, а как не можно не понимать, я просто не понимаю. Тоже пиздец, блядь, ну, типа, ну, все же слушают музыку мировую, да, сейчас, ну, и вообще музыку. И как можно не врубаться? Что? Ну, хотя, блядь, у всех по-разному голова устроена в целом. Ну, я, если честно, уже 100 лет ничего не слушал из русского, поэтому мне трудно судить. Но мне кажется, что сейчас сильно музыка ушла куда-то в другую сторону. Ну да, ну да. Но он же звучит-то, альбом, в принципе, современно более-менее. То есть он просто там другие тексты и другая немножко, ну, типа, читка, она не такая, как сейчас все вот делают, а типа вот как она моя, типа, поэтому. А так-то он звучит же, там те же эти все звуки, ну, присутствуют, как бы, современные. Просто на этих звуках я сделал, ну, типа, то, что я делаю. Вот, и получилось. Ну, понятно.
Получилось. Что-то клипы думаешь снимать какие-то, нет? Ну, видишь, я к тебе не могу прилететь, поэтому все. К сожалению. И клип не будет. Блин, а мы были в Москве, прикинь, как раз. Я на следующий день после... Вот мы были в Москве и, короче, прилетели в Ригу и на следующий день закрыли границы. И вот мы когда прилетели, так оказалось, что Микки Рурк в Риге застрял, прикинь. Ну, это когда я видел, вы же с ним выкладывали какие-то фотки там, что-то. Ну да. Что-то да, вы с ним да. снимали даже. Ну, мы снимали рекламу с ним, мы там для своего проекта еще делали такую документалку боксерскую. У него же есть, короче, боксерская там история. Ну, типа, ну он боксер же в прошлом. Да. На пике карьеры, да, он, короче, что-то поссорился там с кем-то в Америке, и его перестали снимать, и, в общем, он пошел туда в бокс. Но это не для твоих зрителей сейчас мы. Об этом будем говорить, потом тебе расскажу. Ага. Ну и короче, да, и так повезло. Ты прикинь, я приезжаю, знаю, думаю, блядь, Микки Рурк в Риге, ну это пиздец. И прям вот он такой, как я его себе представлял, такой крутой дядька настоящий. Ага. Бля, ну он с лицом, конечно, себе что-то натворил делов. Ну, я так бля, понимаю, я читал дофига там интервью всего, не он натворил. Я тоже. Ему, у него какая-то первая операция ему, которую делали неудачная, он потом пытался исправить, но... И нихера, да. Ну, бокс натворил, тренировки, когда ты у тебя... Просто видишь, опять же, как его воспринимают. Люди думают, что, блядь, типа, Микки Рурк, он должен быть такой же, как он был там в 9,5 недель, ему, блядь, 70 лет почти. Уже за 60? Ну, да, куда-то туда уже, близко к этому возрасту. Но, типа, я думаю, что если сейчас посмотреть на того же там Роберта Де Ниро без этой... без эффектов, которые делали на ирландце, он тоже будет не пиздец красавчик. Ну, наверное, не, просто Микки Рурк совсем на себя не похож. Что-то, ну, как-то, ну, типа... Но в жизни он как-то получше выглядит, чем в кадре. А, да? Ну, да, да. Получше выглядит. Так, и... Тело именно в форме у него прям вообще пиздец. Ну, типа... Но он спортом, наверное, занимается, да, типа? Ну да, вроде не бухал, ничего. А его здесь в Риге в фильме снимали. Но у нас как-то... Там, опять же, долгая история. Ну, нормально, у нас коннект сложился с ним, а он себя хорошо у нас вел на съемках. Но вот те, кто снимали фильм про него, говорили, что с ним невозможно вообще работать. Типа он... Ну, типа, блядь, он не разговаривал с режиссером вообще на съемках фильма. Вот у него был такой принцип, он говорит, ну, я, типа, не общаюсь с режиссером. Ну, а какой-то... Да ладно. Блядь, если ты с режиссером не общаешься, ну, да. А как это можно... Ну, не знаю, сложное. Ну, типа, наверное, кино не сильно высокобюджетное, знаешь, и он, типа, прилетел, там, снимайте, как хотите. Я здесь, короче, и все. Я понял. Ну, понятно. Я видел это с Рой Джонсом, что-то вы тоже там, да, снимали? Ну, снимали вот в Москве как раз, да. Но я, видишь, по этой бойцовской теме туда мы пошли, там сложилось все более-менее. Поэтому ну, с Рой Джонсом так тоже случилось, что мы снимали, мы не знали, что еще бой будет у них с Тайсоном. И мы типа делали о нем там как документальный фильм, вот тоже в Москве он приезжал, у него же там школа бокса своего. Я видел, ты занимаешься, кстати, тоже, да? Ну, да, но у меня не получается нормально ходить, потому что... То мне надо куда-то улететь, то у меня, блядь, какая-то на ноге шпора, блядь, пиздец. Ну, то есть, как бы, походишь месяц и все, а потом, ну, блядь, мне не получается походить хотя бы нормально. Я все время хожу по месяцу, по два, и потом все, потом ты полгода не ходишь. Ну, то есть, ну, такое, блядь. Ну, так что-то, да. Ну, я же периодически вообще хожу в целом. Ну, типа, вот, ну, с такими разрывами, что, короче, так. Такое. Ну, круто, круто, да. Ну и, короче, тоже так звезды сложились, что мы его поснимали, а потом узнали через месяц или через два, что у него там бой этот с Тайсоном. Ну, я не знаю, видел ты бой или нет, но такое. Ну, они заработали нормально встречки. Чего? Ну, я читал, что они нормально заработали. Бой, честно, не смотрел. Ну, что-то они отстояли там все раунды, да, им ничью. Ну, неплохо, свежий он был на бой, потому что, когда мы его снимали, он там, ну, тяжело было видно. Но когда возраст, у него плюс еще травмы профессиональные, когда человек всю жизнь занимается спортом, это, ну, не так, как мы думаем, что он должен там быть всегда в форме, знаешь. Это тяжелые, изнурительные тренировки в моменты, когда ты не занимаешься, они там еле ходят из серии уже в таком возрасте. И вот по сравнению с тем, какой он был, он очень сильно подтянул, когда этот бой был. Угу. Так что прикольно было наблюдать. А ты, ну, ты так смотрел, да? Ну, в смысле, ну, где? Мы должны были ехать, да. Ну, звали нас в Америку туда тоже снимать, но туда не смогли попасть. У него с России есть менеджеры,
ну, тоже он же там, у него русское гражданство, у него есть в России менеджер, там женщина, и она сама не смогла попасть на бой, потому что, ну, типа, у них прям вообще полный там локдаун. И нам так еще повезло, что из-за того, что это пандемия, типа, к нему не могла попасть ни одна съемочная группа за 3 месяца до боя. У них начался лагерь, они все закрыли, но чтобы не заразиться там ни от кого, ничего. И про него вообще не было материала, и тут раз наш фильм выходит. Ну, и он нормально там полетел. Ага. Мы сделали новый канал вообще, у нас, прикинь, 100 подписчиков было на английском канале, там было одно какое-то видео, и мы выставили на оригинальном языке просто ради эксперимента посмотреть, что будет, и он 2 ляма почти набрал, просто без рекламы, вообще без всего. Просто YouTube его начал сам толкать. Канал? У тебя теперь на канале 2 миллиона подписчиков? Нет, 2 миллиона просмотров одного видео этого. А-а-а. Но просто для канала, где было 100 человек изначально, без вообще рекламы, там никакой не... Ну, то есть мы там какие-то через свои инстаграмы там... Ну, чуть-чуть, но оно не работает, нифига. Ага, ага. Ну, типа. Ну, я понял. Ну, прикольно. Прикольно. Ну, короче, ясно, что. Ну, усики, да, вы снимаете там, я видел. Нет, сейчас уже нет, они сейчас сами там двигаются. Ну, боксеров, да. Ну, вообще, сейчас смотрим в сторону Америки. Была идея до локдауна поехать на год в Америку. Пожить. Я как раз думал, что ты там частенько бываешь. Бля, у меня была идея вообще как бы на зиму на эту отсюда отвалить в Америку, потому что здесь, конечно, что-то в Москве вообще невыносимо. Ну, это грязь, вот это серое небо, блин, это просто это от духа. И, короче, и все. И, ну, и типа все, я в Москве сижу. Никакой Америки. Ну, есть только куда-то там можно слетать, знаешь, там, типа на Мальдивы. Ну, уже не будешь там сидеть на этих Мальдивах там 3 месяца. Ну, да, движуха какая-то. Там нечего ловить, кроме красивой картинки. А у нас, видишь, по теме съемок в Америку самое то. И причем, я тебе скажу, я удивился, я ж, ну, ты знаешь, там, сколько мы с тобой знакомы, я всю дорогу там снимаю, да. И Америка — это реально для вот таких ребят, как я, это возможности пиздец. Потому что там, ну, ничего, во-первых, за там такие суммы, как там, не знаю, в России, ну, я для твоих зрителей, кто не знает, я не из России, но я живу тут в Европе, да, в Латвии, в Ближней Европе. Но в Риге. У нас как-то, да, более-менее. В России так вообще у вас там за копейки люди все делают, грубо. В Америке таких цен там, ну, 10 тысяч, ты никакой клип не снимешь никогда за 10 тысяч в Америке. Ну, ну никакой понятно. Вообще. Даже улицу. 10 тысяч чего? Ну, долларов, скажем. Но не, ты... ну почему? Ну ты утрируешь, снимешь. Ну, если мы говорим о клипе для... Ну, как, смотри, конечно, если это чувак какой-то там из России, который там живет, с котиком тебе что-то будет снимать, наверное, окей. Но если мы говорим про то, что вот клип, ты говорил про касту. Да. Какой клип снять в России или в Америке, но это X10 минимум. Просто потому что там другая совсем стоимость, ну, рабочей. Ну, понятно, нет, я знаю, там вообще, там чувак меня в трек сыграл, что-то я уж не помню, сколько он взял на гитаре, что нормальный денег. Ну, ну, не нормально, но типа, просто там какие-то, бля, я не помню, то ли $150, ну, ну, то есть тут там типа это вообще стоит в разы меньше. Ну, вот там ремесленники, Америка хороша тем, что если ты что-то действительно умеешь неплохо делать, то там просто больше всего тебе за это заплатят. Если для тебя нет разницы, где делать, допустим, там в Америке или в России, или там, не знаю, где угодно, то Америка — это страна, где больше всего бабок в индустрии, там, развлечений и прочего. Ну, да, да. Поэтому... Ну, что, надеюсь, откроется все. И... Увидимся в Америке. Увидимся в Америке. И снимем мне клип. Снимем мне клип. По ценам. По нашим ценам. Вадик, рад тебя слышать. Давай, будем на связи, да? Давай, взаимно. Давай, счастливо, пока. Так. Далее. Дядь Витанёш Скизару. Скизару. Скизару гангстер. Серьезный. Я не знаю, это опасное дерьмо. Ребит норм, как битмарь. Это был Иларион. Он, кстати, снимал мне, они снимали мне летнюю, снимали мне клип. А... Что там снимали? Те дни,
Это с Птахой у нас клип есть. Потом дядя Федю. Ну, это такие, типа, первые работы. А, это «Черную снежинку» он же снимал. Так что ребята работают. «Азимут 2» не думаю. Фит с Газмановым. Жду парт Газманова. Концерт в Москве уже сказал. Так, ладно, от кого-нибудь это. Кто лучше битмейкер? Я. Треки с рынком, наверное, будут. Так, дальше. Boss Life. О, нихуя. Ну-ка. Стимите, не думаю. EP 2013, не повторю. А, почему распались легенды про? Почему распались легенды? Бля, я не знаю, почему они распались, если честно. Типа распались. Хрен узнает, почему они распались. Ну, что-то не общаются они там. Кто-то с кем-то. А почему именно, я, честно говоря, правда не знаю. Наверное, это у них надо спросить. Делал я бит для МС, а не биты, а минус я и подогнал. Минус я и подогнал МС, а не Витя. Один раз. В Дудю, ну, наверное, сходил, если бы он позвал, что можно сходить в Дудю. Рептар, мы, конечно, слышим, мы выпускали его альбом первый. Так. Вот ну, это уровень. Ты то же самое говорил, когда ты к Басте залетел. Нет, я сказал что-то другое. Я сказал, вот это поворот. А, или вот это поворот. Да, да, да. Я не плагиачу, понимаешь? Вот. Не ну, плагиачу, да. фраза. Ну окей. Ну что там? Как что дела? Там, говорят, заяву на тебя кто-то хочет написать. Не знаю. Это что-то это... Тебе, наверное, об этом больше известно, чем мне. Улицы шепчут. Ну не знаю. Что, посадят меня? Посадят? Ну если что, там передачки будем загонять. Что делать? Ну, я думаю, не пропаду. Да. Что, тут у вас какая-то тема определенная? По поводу? По поводу... В стриме вот в этом. А, в стриме? Да. Слушай, в стриме... Да нет, я вообще в стримы очень редко выхожу. Как-то успел заметить, наверное. Ну, да. Вот. Ну и типа вышел альбом, и я такой, ну надо, наверное, ну типа все такие, когда у них выходит альбом, они такие, ой, бай, давайте, блядь, выйдем, пообщаемся, по вот новый альбом вышел. Я думаю, ну, блядь, ну, наверное, я неправильно делаю, что я типа не выхожу в стрим, и ну надо выйти в стрим, ну и типа там, блядь, вся хуйня. Я сегодня под твои треки на беговой дорожке шел не спеша. Вообще не спеша. Потому что с таким подбородком... Я медленно читаю. Нет, просто с таким подбородком быстро идти не получается. Ну, я понял. Ну, что ты послушал? Ну, да. Нормально. В твоем стиле, да, также все по-взрослому, отлично, интересно. Ну, вот, все в тему. Все в тему про Ленина из Мавзолея. Про все остальное.
Ну вот да, ты... вот там есть трек этот, как он называется, блин, «Захочешь вернуться». Там вот кусочек этот в конце монолог, это я взял из Ютуба. Ну, я не знал, что это участница «Дома-2», на самом деле. Вот, ввел, что-то я ввел, я в поиске, я не помню, мне выдало, короче. Ввел что-то монолог про отношения или... Ну, или что-то я более грубое ввел, на самом деле, там, с матом, короче. Но я не буду озвучивать, как это было написано. И мне выдало вот этот вот... Ну, там много чего выдало, короче, такого плана. И вот я вставил, короче, этот кусок. Слушай, ну, обычно, когда вот так берешь чей-то фрагмент, да, люди должны так респектовать, сказать, о, ничего себе, там, фрагмент мы используем. Ну, она мне, кстати, классный. Написала вроде, ну, типа, нормально. Я, ну, типа, как-то, ну, так нормально. Ну, ничего такого. Типа, не то, что ты что, охуел там, типа... Uh-huh. Вот. А я вообще не в курсе, я думаю, что, кто, типа, что, «Дом-2», блядь, что? Где я и где «Дом-2»? Я однажды тоже хотел ребят похвалить, увидел YouTube-канал, там даже 100 подписчиков не было. Взял оттуда 3 секунды фрагмента и просто к себе в ролик вставил, думаю, ну, ребята увидят, скажут, о, ништяк. А они мне страйк хуяка кинули. Да ладно, страйк? Я думаю, вот мудаки. Блядь, 3 страйка и удаляют канал, ты знаешь? Ну да, но это тяжело сделать на самом деле. Ютуб так пугает, но говорит о том, что типа... Ну, Ютуб, короче, борется за нормальные каналы. Если канал улажут, то тогда да. Если там что-нибудь... Ну, например, ты воруешь, да, какие-то ролики другие вставляешь, тогда, конечно, быстро ударят. А, так, типа, если какие... Нам какие-то эти пидорасы прислали тоже страйк. Короче, есть такая группа Кенни... Ой, не Кенни Аркана... Нокс Аркана, короче, это не... Mm-hmm. Я не понимаю вообще, что это американцы, короче, они пишут музыку для игр, но у них какой-то музон такой, знаешь, типа, волнующий, короче, они там композиторы. Фоновую музыку. Нокс Аркана, я тоже вообще не в курсе этих дел, и это был не мой минус, короче, просто битмейкер там, Томас Версач называется, прислал мне бит, я такой, ну, типа, прикольно, а я делал это... ремиксы на свои микстейпы из гостевых куплетов, короче, взял свои гостевые куплеты из чужих треков, ну, типа, кому я записывал, вот, и положил их на новые биты, сделал, ну, только свои куплеты без остальных чуваков, и сделал микстейп, ну, и все, и мне просто приходят, типа, претензии сначала, я ж не помню, куда. Ну, короче, они такие, все, вы взяли без спроса нашу музыку, короче, платите нам бабок. Ну, такие, типа, денег нету. Они такие, а если найду? Не, ну, они, типа, кинули тоже страйк сначала в Apple. Ну, короче, пришлось трек удалять. И сейчас эти, сука, пидорасы, а мы залили в YouTube этот, ну, как одним треком релиз. Прикинь, нашли... Я не знаю, как они нашли. Короче, нашли и кинули страйк. Это у меня первый страйк на канале. Ну, ребята, видимо, вообще голодают без денег. И такие, типа... Типа, $5000. Типа, а, не, мы им пишем, типа, уберите страйк. Ну, как бы мы, типа, уберем, вырежем этот трек, его не будет на Ютубе. Его и так уже нету в Apple давно. Но есть только во ВКонтакте. Потому что ВКонтакте они не знают, американцы про ВКонтакте, короче. Вот. И типа мы говорим, мы уберем трек, и, типа, уберите страйк. Они такие, не, мы не уберем страйк, платите $5000. Такие, типа, считайте это опытом. Я думаю, вот как пиндосы, а, блядь, опытом. За 5000 зашли. Ну, короче, естественно, ничего никто не заслал. Но страйк висит. До сих пор. Ну да, но он же должен пропасть, по-моему, да, там через какое-то время? Да, три месяца вроде. А, и он есть... Нет, подожди, сейчас первый страйк месяц должен висеть. Месяц первый страйк. А, ну то есть если больше не будет страйков, то он пропадет. Да, да, он пропадает, да. Да. Ну ништяк. Но видос не восстановить уже. Не, я перезалил, я убрал этот трачок из этого микса. Слушай, ну когда биты ты пишешь, обычно даже из известных каких-то треков берется маленький фрагмент, то он на репите, да, ставится? За этот что, тоже может страйк прилететь? Ну, по идее, да.
Ну, смотря как ты берешь, там можно так сделать, что, ну, не поймут даже, ну, типа. Ну, вообще, конечно, если ты возьмешь что-то известное, то, конечно, тебя могут поднагнуть. Uh-huh. Вот, и это не нужно вообще, совершенно не нужная движуха. Просто раньше этого не было, а сейчас ну, с этими всеми шизамами... Замечал, когда люди жалуются там на что-то, либо денег просят, они так без денег и сидят всю жизнь. Наоборот, надо респектовать, говорить, о, круто, меня где-то услышали. Не, ну если они, слушай, если они мировые какие-то звезды, типа, там уже просто какая-нибудь Sony Music из Америки тебе присылают просто, ну типа, не, ну, нашего это, артиста это... срезали, как бы, что, охерели, то как бы, да, а так, не, так понятно, если, ну вон там, допустим, этот, Эрик Давидович, да, сейчас вставил в обзор наш трек этот «Холодное лето», вот у меня на альбоме есть. Это, а, это я не слышал. Ну, с Геопик, и где «Вынесите Ленина в открытые двери». Угу. И ты, ну, ты ему страйк ебанул. Не, ему, кстати, клейм пришел автоматом, но мы его сняли, но это нет, не мы послали. А, ну, и то есть, как бы, не, ну, он спросил, правда, типа, нас, вы не против, то есть, ну, как бы, конечно, а что нет, ну, его, как бы, смотрят люди, там, почему, ну, то есть, конечно. Я вообще, ну, то есть, я не так, что, слышь, плати мне, блядь, 5000 долларов, тогда я тебе разрешу, там, использовать, ну, как так, нормально. Да, вот. Слушай, а клип не будешь никакой снимать на какой-нибудь новый трек из нового альбома? Ну, на Beautiful Life хочу. А что ты мне хочешь интеграцию онлайн-казино предложить? Нет. Могу букмекеров предложить. Не, ну надо с ними поговорить, с букмекерами. Слушай, я... ну да, не, ну, короче, на Beautiful Life хотим снять еще на что-то. Я тут так охуел с этого... Онлайн-казино просто мне сказал, я тебе сказал. Короче, есть такой чувак, как это называется, полный, бля, ублюдок, какой-то Мелстрой. Короче, скандал был, что он бабу ударил. Я ж ходил к Малахову. Ты ж у нас на железных судьбах, ты ж у нас на железных судьбах сказал вначале, иди к Малахову, нашел. Я пошел. А, да? Ты ходил? Да, я ходил на эту тему, по этой теме. Да, и он ну, письмо чё, онлайн рекламирует. Чё? Да, 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 я вообще... Нет, я, то есть, ну, и типа... Я вообще посмотрел, я просто был полным ахуем, у меня просто других слов нет. Это полный пиздец вообще, что это такое? Это жесть. Ну, не, казино можно грамотно отрекламировать, как сделать... Не, просто что он там творил в этих эфирах, и... Там прибежал этот Эдвард Билл, начал что-то рекламировать это казино, выгнал. Они там обоссали какого-то чувака. Толстого, да. Какие-то малолетки, там минет, чуть-чуть сосали. Бля, какой-то вообще какой-то ад, просто что, блядь. Да, и он когда ебучку об стол бил, он рассчитал там быстренько в голове. Так, казино мне занесет ляма 3, то есть, в принципе, она больше 500 тысяч не попросит. И все, иди сюда, короче. Вот, не, грамотно сделали рекламу казино Моргенштерн и Тимати. Когда они они в казино Сочи слетали, и прям там, вот как раз Beautiful Life, но это будет, знаешь, как бы повторяться, хотя в казино Сочи часто кто снимает. Ну, там, да не, ну слушай, я без интеграции, я думаю, обойдусь, как бы, вообще прекрасно. На самом деле интеграция, она как бы, конечно, хорошо, вот это, что ты типа... ну, бабок тебе дают, но они, сука, они портят вообще, конечно, все впечатление о клипе сразу. Ну, то есть, типа, ну, нормально. Много у кого, ну, кто из артистов тупо отказывается вообще вот эти, ну, то есть, вот эту букмекерскую всю эти онлайн-истории рекламировать. Ну, смотря как сделать. Ну, да, можно красиво сделать, а можно сделать не очень вообще. Будет просто, это будет обламывать. Еще, знаешь, навтыкать все подряд. Да, ну, да, все да. Все подряд да. Навтыкали, и типа, ну, это, ну, да. Если и красиво... И Киркорова можно позвать. Ну, это к Тимати, наверное, уже да, да, да. Пельмени, Киркоров, там все понапихать, тонуть. Не, ну он там, да, они чемпионы в этом плане. Но они уже это делают на приколе, то есть на угаре. И, в принципе, получается так, довольно как... Слушай, ну это на угаре, это он пытается шутить, что, типа... Я, у меня такая самоирония, типа, я уже сам вот шучу над тем, что я... Ну, а что я, а что ему еще? Ну, понятно, ему же надо как-то это все, ну, представлять перед публикой. Ну, да. Вот он пытается вот так, типа, шутить. Ну, не знаю, короче. Ну, это другая тема совершенно.
Ну, у них там, короче, своя кухня. Да, вот. Это понятно. Но да. Чуваки, что, выгребают нормально денег. Ну, тоже, почему нет, наверное. Да нет, нет, так более-менее у них нормально получается. Но бывает, конечно, лажа полная. Например, в фильмах, когда кино смотришь, ну, просто, что не кадр, то реклама. В кино, конечно, это убивает. А в клипах я смотрю, это уже народ привык им как-то по барабану. Особо. Ну да, но в клипах нормально можно вообще без зашквара какую-нибудь интеграцию алкоголя, там, не знаю, типа энергетиков. Вот это как бы можно ввинтить, ну, вообще будет, не будет вообще резать ничего, глаз там и так далее. Вот, это самое простое. Политическую можно какую-нибудь. Чего? Политическую можно какую-нибудь рекламу. Ну, политическую. А что у вас этот канал-то? Судьба? Да, что там выходит, что-нибудь не выходит. Пока что-то не давно, что нет. Пандемия давно началась, и домой никто не стал пускать. Все сидят, боятся заразиться. Да, ну сейчас мы закинули запросы. Вроде там некоторые ребята есть интересные. Бойцы. Ну, такие топовые. Можно попасть. Вот к ним. Ну, нормально. А так пандемия была, конечно, не особо. Ребята, нормально, я переболел. Да, кто не смотрел ролик со Слимусом, со Слимом, как вам удобно. Железные судьбы, заходим, смотрим, охуенный. Да, слушай, его так вроде, там даже миллиона, по-моему, нет, да? Полмиллиона, да, где-то. Ну, полмиллиона, типа. Впечатление, что вообще все посмотрели. Мне столько народу про это спрашивают. Вот это вот. То подкол про эту квартиру в Ялте, то, блядь, что ты думаешь про Крым? То это просто... Ну, типа... зато меня в миротворец, видишь, вели. Я как раз там один раз был у тебя. А, это тебя из-за того, что ты слетал, короче, да, снять да, эту да. передачу? Серьезно? Норма... Ты... Да, ну я всего один раз был, они так и написали за то, что незаконно проникли в Крым. Ну, как и мне. Да, да, да. Блин, сорян, я не знал. Мне таких, да нет, ладно, а мне таких ужасов понаписали в комментариях некоторые ребята. Типа, теперь тебя из любой страны могут украсть американцы, привезти в Украину, и там тебя будут судить. Я еще думаю, Слим много раз был в Америке, что-то его оттуда ни американцы не привозят. Да, это вообще полный бред вообще. Американцам вообще абсолютно наплевать на это на все дело. Да наплевать, конечно. Но если ты не придешь в американское посольство, только там... Когда получаешь визу, типа, и не скажешь, я вот недавно был в Крыму, и, типа, через Россию или туда прилетел на самолете, тогда, может быть, тебе откажут. А так никто не проверяет, там, был ты в Крыму. У тебя есть только крымская прописка, тогда да, у тебя же не крымская прописка. У тебя тоже не крымская? Нет, знаешь, я московскую не стал на крымскую менять как-то. Решил московскую оставить все-таки. Хотел, конечно, уже почти пошел, но передумал в последний момент. Да, ну вот. Интересно, интересно. Меустрой сейчас тоже в эфире, говорят, видишь? Ну, оно ёбок, конечно, конченый. Зачем ты так? Молодежь смотрит, берет пример с таких пиздатых. Не, ну это жесть, ну это просто, ну это что такое вообще? Не, ты понимаешь, я все понимаю, ну как бы я все, да, понимаю. Там этот тренд, ну, то есть, у меня все там, бля, меня каждый почему-то считает своим долгом про Моргенштерна спросить. Да ничего я не думаю, мне Моргенштерн. То есть, мне никаких он отрицательных эмоций не вызывает вообще. Ну, или там еще кто-то, да, там, ну, музыка, она там разная, как бы, ну, такая сейчас поп-музыка. Но вот это, что я увидел, ну, это просто переходит вообще все границы вообще, ну, то есть, рамки вообще какие-то, ну, вообще человеческие какие-то, ну, это что-то, это вообще какое-то... Даже слов нету, как это назвать. Ну, сейчас, видишь, даже появились группы ВКонтакте, там, вписки, все прочее у молодежи. У нас же тоже раньше, вот, когда мы были мелкие, да, там, в начале 90-х, тоже тусовались, тоже были вечеринки, но у нас не было такого, там, унижать бабу, облить ее там чем-то, там. Ну, ты видишь, да, что... Ну, как бы да, да. Такого да. Вообще прикинь, не было. Ну, ты прикинь, или там, вы там собрались... За бабки там то, это, два пацана друг друга, этот, обоссать чувака какого-то, понимаешь? За бабки. Этот чувак лежит радостный в моче там в этой, блядь. Ну, то есть, что это такое? Ну, типа... Нет, ну, я помню, у нас в лагере в Пионерском одного обоссали. Он сейчас опером у нас в Калуге работает. Но я про это не вот буду... Я не буду говорить, кого. Не буду говорить, кого. Но история была такая, да. Нет, ну, понятно, но это было там, ну, ты понимаешь, да, это было не в прямом эфире, это, наверное, было за что-то, там, еще и вам было там лет не по 20, там, вы там мелкие, наверное, были. Ну, типа... Ну, то есть,
Короче, это не то, о чем, не то, то, что я прочитал и увидел. То, что он там в Москва-Сити в этой хате у них там, блядь, творилось. Я не знаю. Ну, так а что ты ходил к этому Малахову? Что там в итоге? Что это передача? Слушай, ну я удивился, то, что там нет сценария. То есть тебя выводят в студию, 3-2-1 выбегает Малахов, который раньше никто не видел, и все, и понеслось. И говорить можно, в принципе, все, что хочешь. Вот это меня подудивило. То есть я думал, знаешь, как там готовят, говорят что-то, там объясняют. Вот. Да я просто сказал, как знаешь, со стороны эксперта по онлайн-казино. То есть объяснил, что это все происходит только ради того, чтобы заработать бабок на казино. Все. То есть, естественно, он в голове рассчитал, прежде чем ее ударить, что, ну, будет хайп. Будет... Ну да, ну а вообще-то он за это присесть может, так я так понимаю. Ну она да, заявила, там завели дело. Она, видишь, ему лям объявила. Ну не она объявила, он ей объявил, она отказала. Ну это как бы... Я вообще то, что вот такой чувак зарабатывает миллионы, это уже нездоровое дерьмо. Это говорит о том, что... Ну, то есть, вот, ну, его же смотрят дети, по большому счету, ну, как бы ни ты, ни я это дерьмо смотреть не будем, как бы, ну, и никто нашего возраста это смотреть не будет, даже не нашего возраста, даже там, мне кажется, в 30 лет, в 28 ты это не будешь смотреть, но смотрят реально там, ну, школьники, типа, я так, ну, основная аудитория же, правильно? Ну, правильно да, или нет? Ты просто больше об этом. Правильно, и казино нелегальное, в котором до 18 можно зарегистрироваться. А, ну... Да. Легаль, ну есть... Легально же может заплатить большие деньги, но почему-то вот таких вот скупают только нелегалы. Но это ладно, есть ребята, которые нелегалов рекламируют, дело не в этом, а дело в том, что ты преподносишь, что ты показываешь. То есть он показывает, как он выигрывает 5 миллионов в прямом эфире. И многие мне написали, причем даже блогеры довольно-таки, ну, которые в этой теме шарят, что это реальный выигрыш, Андрюха. Он говорит, да ладно, реально, сколько вот я знаю людей, они, ну это просто нереально. Ну как, чисто случайно блогеру в прямом эфире повезло, он выиграл 5 миллионов рублей. Что? Ну... Это в прямом эфире выиграл 5 миллионов рублей. Да, да, он там прыгал, 5 лямов выиграл, и многие в это верят. Вот, причем некоторые. Ну, а это, естественно, это развод. Ну, само собой, конечно. Раньше все знали, что это виртуальный счет, что это деньги с виртуалки. А сейчас все пишут: ну смотри, у него же есть вывод, он выводит на карту, на Сбер. Ну, это же легко с казино договориться, что давай мы тебе 5 лямов пришлем, типа выигрыш, ты их выведешь, там, ну, оставишь себе за рекламу на месяц вперед, там, все прочее. А люди, то есть, как бы букмекеры, о, не букмекеры, а казино, просекли фишку, что все примерно понимают, что это виртуальные деньги, что это не настоящее. Значит, надо идти дальше. Чтобы люди верили, надо показывать вывод. И согласовывают это с блогером, показывают вывод. Вот и все. Ну, а, естественно, потом деньги возвращаются в онлайн-казино, он получает просто свою часть. Конечно, ну, он же не долбоеб, то есть, ну, как бы проигрывать деньги каждый раз и, ну, все прочее. Мы-то это понимаем. Прекрасно. А этот чувак, который заморозил свою бабу в прямом эфире на балконе? Ну, я этот пропустил момент, что-то, что он там, как бы, он, я даже не знаю, кто это. Ты слышал же про это? Да, наверное, да, 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 да. Ну, ты что слышал, это? Я не знаю вообще, кто это. Что это? Это же просто днище. Ну, типа, он ее там что-то унижал в прямом. Ну, какая-то там тоже непонятно, она что за баба, там баба такая, короче. Девка умерла, он стримлил. Ну, легкого поведения, будем так говорить. Ну, в прошлом она там в базах каких-то есть. Ну, неважно, короче, он ее... Там что-то она с ним жила, они вели эти прямые эфиры, он ее там унижал в этих прямых эфирах, что-то ему донатили, он там с ней что-то делал за эти донаты. Ну, а потом вот. Он ее просто за донат, он ее выгнал на вот сейчас в такую погоду, выгнал ее на балкон, и она там просила вернуться, я говорю, дома-то квартира, что-то, ну квартира. И, короче, он ее не пускал и пошел спать, а утром он открыл балкон, а она там лежит мертвая, окоченевшая. И то есть это все в прямом эфире транслировалось, приехали менты. Приехали менты, ну, типа, тоже это все в прямом эфире, ему такие, ну, что ты, дебил, достримился, типа, ну, типа, она мертвая, типа, ну, поехали. И вот это все стримилось, но пока его не увезли. Ну, я концовку видел, что он даже стрим не выключил, представляешь, да, умирает девушка у тебя дома, а ты там просто какой-то, этот, ну, биомусор, ну, это же реально биомусор, ну, просто биомусор. Ну, вот смотришь, ну, у него лицо, ну, просто вот я, типа, мне просто интересно стало, ну, типа, зашел, посмотрел. Ну, какое-то лицо, ну, нельзя, какое-то имбецила.
Ну, просто там вообще нет ничего, ни в глазах, ни вообще, ну, просто пиздец. Ну, и так, такая же аудитория, просто, кто смотрит. Просто кто это смотрит, вот в чем, от чего я охренел, то есть, ну, то есть, вот от этого, что им донатят, ты понимаешь, это, вот это страшно. Это страшно. Да, поэтому надо здравые треки делать, такие как Slim. Ну да. Баста. Ну видишь, это ты же смотрят дети, а дети сейчас слушают совершенно, ну, наверное, другое, как бы. Я говорю, тебе наш слушатель мой там, или я не знаю, там, ну, Бастин или еще чей-то, ну, то есть, из нашего, да? С они, другой стороны, думаю, смотри, мы же слушали тоже «Красную плесень», «Сектор газа». Я тоже об этом думал, да, кстати, да. Ну, мы по угару к этому относились, угорали, да. Чисто. Не, поэтому я говорю, что про треки, вот эти разговоры, что вот они все читают про эту, я, блядь, купил Гуччи, я трахнул суку, она хочет мои бабки, она не хочет, она хочет, сука не хочет. Ну, как бы, и пусть читают, но я это не буду слушать. Но пусть они, ну, типа, ну, читают и читают, ну и что. Ну, то есть, кто-то же нормальный человек просто это перерастет и будет слушать что-то другое. Вот. И тот, кто это читает, если он, как бы, ну, может пойти дальше, он пойдет дальше. А если он там будет в 35 лет, ну, вот это уже, или там в 30 нести вот такую же херню, ну, как бы, ну, соответственно, он, его никто слушать уже не будет. Поэтому мне кажется, что это естественный совершенно, ну, типа, процесс. Ну, вот, я тоже «Сектор газа» сейчас не слушаю. Ну, да, иногда, когда играет где-нибудь, значит, в такси садишься. У нас в Калуге просто в такси «Сектор газа» слушают, ну, просто вот. То иногда ностальгия там что-то так бывает, всплывает. Ну да, не, ну так по ностальгии, да. Так, чтобы я в машине включил «Сектор газа», но что-то нет. А даже если посудить сказки, помнишь, «Сектор газа» или «Красной плесени», они все равно были со смыслом в конце. Все равно со смыслом, что добро побеждает зло. Вот, ну, поэтому... Да, нет. Да, но я «Красную плесень» как-то не слушал, я вот «Сектор газа» слушал, а «Красную плесень»... плесень» вообще был трэш. Трэш был. Ну, там еще жестче, да, чем «Сектор газа». Ну, там, да, там даже треков особо не, ну, интересных не было. «Сектор газа» что-то там на гитаре пытался. Вот, панк делать. Да, да. ЖС с «Птахой» будет, «Железная судьба» с «Птахой». А мне Слим запретил с «Птахой», говорит, не надо, говорит, если будешь делать. Да ладно, что ты не гонишь сейчас. Ладно, не было такого. Я такого не говорил. Это... Что-то сейчас тебе хотел сказать, забыл, блядь. Что-то ты меня сбил, короче. «Сектор газа». Слим. А, скоро это было «Волосатое Саша. Стекло». «Волосатое стекло». Не, не помню такое. Не помнишь такое? Нет, нет, нет. Ну ладно. «Волосатое Окей. стекло» кто-нибудь помнит? Да не, они-то откуда знают «Волосатое стекло». Я сам только сейчас вспомнил. А что, ты дома, короче? Да, да, вот Ютуб смотрел, вот, видишь, Ютуб. Понятно. Так что сегодня потренировался. А ты что, спортом занимаешься, нифига? Да, сегодня первый день. Серьезно, я болел, у меня же корона была. У меня тоже. Да? Да. Но у меня в легкой форме, у меня что-то там пропал этот запах. Ну, все запахи пропали, 5 дней, я ничего не чувствую. Ну, и через 5 дней все прошло. Ну, у меня через 5 дней прошли все вот эти, как бы, тяжелые состояния, а так 12 дней болел. А проверялся на антитела ты, нет? Mm-mm. Ну, я думаю, что у меня должны быть, потому что это коронавирус был точно. Ну, понятно. А ты проверялся? Да, да. Да не, не, проверял. Ну, у тебя есть? Нет, не проверялся? Проверялся. И чё? Да не, проверялся. Ну, антитела есть. Есть? Сказали, что это все херня. Типа второй раз можно заболеть. Да? Можно заболеть? Ну, очень маленький процент, но как бы... Я ебал, я не хочу. Не, ну неприятное дерьмо, согласись. Даже в легкой. Ну, плюс, понимаешь, его еще распиарили, и ты боишься вот этого распиаренного какого-то вируса непонятного. Если бы промолчали, сказали, ребят, хоть убей. Но, с другой стороны, было бы много смертей, если бы люди не боялись. Ну, да, да. А ну, еще загоняешься, короче. Ну, загоняешься. Да, болеешь.
Да, да. Знаешь, типа я умру, вся вот эта херня. У меня на психику давит. Да, это у меня, короче, брат двоюродный, у его бабушки, ей 93 года, она переболела короной, у нее было 5% поражения. А его мама тяжело перенесла, там 25 было процентов где-то, в больницу положили. 93 угу. года, представляешь, бабушка пережила. Охренеть. Нормально. Так что наших предков ничего не возьмет. Ну, надеюсь, что. Надеюсь. Ладно, что, пойду я. Да, 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 дальше. Давай, рад был. Слышу. Давай, взаимно. Так, ладно, отвечаю быстренько на вопросики и пойду я, короче, по своим делам. И еще минут пять и... Тю! Да, коронавирус неприятное дерьмо. Даже в легкой форме, вот у меня был он, и вообще не кайф. Не похоже ни на грипп, вообще ни на какие-то ОРВИ, там ОРЗ, короче, вообще ничего общего. Это вообще своя тема. Ну, такое. Сохранишь эфир? Не буду сохранять эфир. Да, вирус действует на центральную нервную систему, видимо, из-за этого паранойя начинается, какие-то приступы, задыхаешься, все, я задыхаюсь, я умираю. Не, я не курю, могу только там электронные сигареты, и то, ну, типа, редко очень там, вот, это кончилось, кстати. Так вообще не курю. Ну, в смысле, сигарет. И вообще особо не курю. Что я скажу про шумиху, концерт Баста? Ну, да, ну, как бы, что я скажу? Не знаю, что я скажу. Ну, блядь, ну, страна двойных стандартов. Как бы, ну, нечему тут, в общем-то, удивляться, что, да, прошел такой крупный концерт. Ну, что-то придумывают, как законы. Где-то они работают, где-то не работают. Ну, в общем-то, это Россия, тут как бы удивляться вообще. Я не знаю, что так все так удивились, что Баста прошел концерт. Ну, блядь. В Снежкоме мелкий катался сегодня на сноуборде первый раз. Вот что я там делал. Болотниковской тоже привет. И тел крутой. Как отношусь к Путину? Замечательно. Как относился к ЛДЖ, когда он был в Андере? Не знаю. Я его как-то не слушал особо никогда, если честно. Ну, никак не относился. Покататься стоит с инструктором. Что-то, ну, кстати, не дешево. Что-то так 2700, что ли, что такое. Ну, это учитывая, что ты приходишь со своим снаряжением. Гуф подарил мелкому снаряжение, сноуборд. Вот. Ну, типа, Сэм что-то не бодрится кататься. Вот. И Лео сегодня первый раз пошел. Ему, короче, понравилось. Очень. В Харьков я думаю, что я не попаду с концертом, потому что мне закрыт въезд на Украину, и я в базе миротворец. Это, конечно, полный идиотизм. Ну, вот так вот. Поэтому я думаю, что я не скоро буду на Украине, тем более, ну, и в частности, в Харькове.
Жить фейерверк. Сказки не планируются. Треки волт стиль, блядь. Включите вы это лото 33 и слушайте. Ну, чё, в чем проблема? Или там Сантрапен. Ну, кто хочет именно вот такое вот. Ну, типа, почему нет? Еще есть куча там фитов такого плана. EP-2013 такого плана. Ладно, короче. Всех рад был видеть. Еще раз. Вышел новый альбом, «Новичок». Кто не послушал, советую ознакомиться. Он того стоит, точно. Все. Такие, как мои янтак, я хочу купить себе гим. Такие, как мои янтак, я хочу купить себе гим. Такие, как мои янтак.